Ми часто плутаємо піар з іміджмейкером, і сьогодні ми зможемо розібратися з цим питанням з нашою ранковою гостею Анастасією Кириленко, піар-спеціаліст. Доброго ранку. Імідж мені вже придумали. Я молодший брат, правильно? Давайте розпочнемо з того, що взагалі, от дійсно, є іміджмейкер, що це, і чим він відрізняється від піар-спеціаліста? Тому що трішечки зараз згубимося в цих значеннях. Во-первых, здравствуйте. Привіт-привіт. Привіт. Во-первых, как вы понимаете, есть разница. Имиджмейкер в Украине, простыми словами, это просто стилист. Ага. В Украине. Но на американском рынке, в Европе, имиджмейкер – это такой же пиарщик. Это человек, который создает дизайн человека. То есть он берет и понимает, что у тебя мягкий характер, например. Тебе не подойдет какая-то яркая помада, красная, дерзкий образ. И имиджмейкер берет визажиста, берет стилиста и вместе с ними комбинирует, работает над твоим образом. Как тебя нужно накрасить? Какой образ тебе подобрать по одежде? Как ты должна говорить? Как лучше ты звучишь? Ну, то есть полностью собирается твой образ. Пиар, если имиджмейкер работает над образом, то пиар-специалист также работает над образом, но еще плюс он выстраивает стратегии. Стратегии, как потом этот образ нужно продвигать, как его нужно популяризировать. Mm-hmm. Вот. В этом разница. То есть, по сути, стилист – это часть имиджмейкера, а имиджмейкер – часть пиар. Вот. И получается такая матрешка. Тобто, що? Питанечко. Ага. Кому потрібно звертатися до іміджмейкера? Вот, это очень интересно. Если говорить об этом, то в Украине именно используют эту профессию правильно, в политике обязательно. Ага. И обязательно ее используют в шоу-бизнесе. Мы можем пройтись по шоу-бизнесу, мы понимаем там, что Джерри Хейл – это вот эти гульки, она у нас автоматически ассоциируется с этим. Полякова – это кокошник, а Сачи – это шляпы, то есть часть образа, определенная дерзкость в подаче. Кокошник – это тоже дерзкость. То есть… Помним все Катю Пушкареву с сериала? Ну вот, это же тоже образ, над которым работал имиджмейкер. Он такой смотрит, какая Катя должна быть скромной, как ее сделаешь скромной. Надевают какую-то там шляпочку, надевают ей очки, и вот какая она красивая, какая она скромная. Верка Сердючка. Да, Верка Сердючка, конечно, тоже работал имиджмейкер, который полностью складывал этот образ. Вэлбой сейчас очень популярный. Посмотрите на его. Простой парень из села. Песни, которые сочиняются в определенном стиле, идут. Образ, который общий идет, тоже в определенном стиле. Каждая деталька продумана. То есть вышивка есть определенная, присутствует. Есть какие-то вязаные вещи. То, что ассоциируется, по сути, у нас с селом. А от, наприклад, якщо людина там, ну, не публічно, мовно кажучи, там не артист, не політик, а вона просто веде якийсь власний бізнес, їй бажано мати свій ось імідж, створений саме іміджмейкером. Чи це щось інше має бути? Да. Коли чоловік виходить в публічність, то есть он должен быть в определенной упаковке, определенный стиль должен присутствовать. Поэтому первая леди всегда работает над своим имиджем. До этого простая, как бы, женщина, которая занималась своими какими-то бытовыми вопросами, или у нее был бизнес. Но с этого момента, когда она, ее муж становится президентом, она становится первой леди, автоматически у нее есть ответственность. Она несет эту ответственность. Соответственно, над ее образом, над каждой деталью, как она одета, идет в посольство, юбка, насколько она длинная, какие цвета используются, нет ли ничего дерзкого, макияжа, там, красные помады. Ну, то есть все очень сдержана и подбирается под определенное мероприятие. Также, если ты там работаешь с бизнесом, тебе тоже важно иметь определенный образ. Если ты... Вы играете в игры? Я в настольный играю. Настольный, так. В Sims кто-то играл? Я. В Sims мы создаем определенный образ. Мы выбираем, в чем она будет одета. Какой стиль. Она будет рокер, или у нее будет casual, или она просто серая мышка. То есть подбирается. Человек упаковывается. А уже после этого, исходя из этого образа, он проживает свою определенную жизнь. В жизни... Практически так же, только у тебя есть до этого твоя жизнь, имиджмейкер смотрит, как ты живешь, что ты делаешь, что ты любишь, что ты будешь дерзить, или ты будешь очень спокойно реагировать на критику,
как, что тебе свойственно. Исходя из этого, он подбирает этот визуальный образ, чтобы человеку было сразу понятно. Аналогично с политиком. То есть, если у человека есть семья, они понимают, что пиарщик говорит, будем позиционировать его как семейного, потому что у него есть жена, у него есть 5 детей, и он вообще такой чувак с села, значит, агроном, любит все. Все берется и подбирается его образ. Аналогично, там, если мы, к примеру, возьмем Ляшко. Это же прекрасно. Выла. Свои хлопоты. Во-первых, свои хлопоты. Во-вторых, те же самые выла. Вэлбой — это больше шоу-бизнес, а Ляшко, он более такой жесткий, дерзкий. То есть... Агроном такие. Такий скотиняка. Да, да, то есть мужик такой. Вэлбой, он больше такой внучок. Внучок. Его все бабушки любят, соответственно, все. И он так и позиционирует. Последняя его песня «Вышни». Да, то есть... Все до деталей продумано. Аналогично, там у них похожие образы, разница только в нишах, которые они занимают. И вот Ляшко, он более такой дерзкий, такой, вот зараз я всех поставлю на место. И эти выла, они и являются как бы частью образа. То есть это не только визуальная одежда, это еще какой-то аксессуар. Я чекав, поки задати це запитання, не знаю, поки. Давай, давай. Як... швидко потрібно переходити з образа в образ. Це робити поступово? Чи це потрібно сьогодні я одягнуся ось так, завтра у мене вже такий стиль і все? Ні, образ должен зафіксуватися на определенное время. Тобто ви розумієте специфіку свого стиля, що постійно ви, наприклад, берете діловий стиль. И используете его. Но при этом вы понимаете, что если вы надеваете спортивный костюм, то этот спортивный костюм не будет ярким. Он будет тоже бежевый, белых тонах, черных тонах, более сдержанный. Ну, то есть соотношение того, сколько вы эту одежду берете и носите. Угу. То есть вы понимаете, что деловой стиль у вас это рабочая ваша одежда. И он занимает там 80-85%. Остальные 15% — это ваши эксперименты. Спокойная, домашняя какая-то одежда. Но она в стилистике. Определенные капсулы создаются в определенной стилистике вашей по цветам, по гармонии. Вот. А от у мене теж таке з'явилося запитання. Якщо, наприклад, у нас є образ, і до нього ж треба якось прийти. А за рахунок чого це відбувається? Чи може, наприклад, я сама, ну там відштовхую щось від того, що я, наприклад, люблю червоний і люблю якісь спокійні, ну якби відцінки кольорів. Як мені визначитися, що моє? Чи звернутися до спеціаліста? Тобто, як побудувати ось цей свій образ? Во-первых, надо отталкиваться от ваших внутренних моментов, как вы чувствуете. Во-вторых, спросить, сделать анкету, опрос среди своих родственников. Родственники знают нас лучше всего. Надо понять, с чем вы ассоциируетесь, с каким предметом вы ассоциируетесь. А как они вас видят в жизни, более спокойную или наоборот какую-то агрессивную, или всегда веселую, жизнерадостную? Какой часто всего вы там носите аксессуар, потому что вы сами можете этого не замечать? Какие-то ваши жесты? На основе этого складывается определенный ваш образ. После этого вы идете к стилисту, например, если такая стандартная, скажем так, процедура. Идете к стилисту и говорите о том, что вот меня люди видят так. Стилист смотрит, что делает стилист. У него есть уже вводные данные, по которым он должен создать ваш образ. И дальше он, все очень просто, смотрит вашу фигуру, что где убрать, где что-то выделить, в чем ваши особенности, в чем вам изюминка. И он предлагает аксессуар какой-то, какую-то вот ключевую деталь, по которой вас запомнят. Исходя из тех вводных данных, которые вы собрали до этого, вот с помощью, например, анкеты. Он подбирает. Та же шляпка, тот же жемчуг, та же еще какая-то деталька. Але якщо, наприклад, нам придумали образ, але мені в ньому некомфортно. От мені не подобається якась ця деталь, цей колір, цей стиль одягу. Що робити в такому випадку? Менять, значить, що це не твій образ. Нужно розбиратися далі, що твоє. Тому що, якщо це не твій образ, люди не будуть тобі вірити. То есть ты в словах будешь дерзить, например, а у тебя спокойный образ внучка, да? Я такой, в смысле, что это за внучок, такие который такой... Борзый внучок. Не нагодували зранку. Да, да. То есть, образно говоря, надо менять, потому что люди не будут верить. Для чего имиджмейкер нужен? Для того, чтобы люди верили с помощью. Есть аудиалы, есть визуалы, и есть люди, которые... Кино забыла, как? Контакт, когда они ощущают. Вот. Аудиалы воспринимают звук,
с этим работают пиарщики, какие слова человек употребляет, как часто, что, как, с закрытыми глазами у тебя складывается какая-то картинка. И на основе этого аудиал делает заключение, что он тебе верит. Если ты будешь визуально как-то упакован, а он аудиал, он даже не посмотрит на твою визуальную упаковку. Ага. Ему важно воспринимать тебя звуком. У меня были эксперименты, где мы девушку, она визуально, у нее было все хорошо, люди ей верят, она искренне в том, что она говорит, как она себя подает, как она одета. Но она не искренне была в том, что она говорила в смыслах. И аудиалы ей не верили. А визуалы, когда видели ее картинку, как она себя подает, жесты, ее мимика, они ей верили. Ага. И то есть люди разделились на два табора. Одни верят аудиалы, а визуалы не верят, потому что визуальная картинка их устраивает образа, а аудиалов не устраивает. Вот. И на основе этого как бы вы берете и меняете. Тобто іміджмейкер займається саме внутрішнього, так? Візуальною частиною. То есть в пиаре вместе прорабатывается как бы в комплексе аудиальная вещь, но еще дополнительно визуал, он должен проработать и вашу визуальную часть, то есть образ. Угу. Понятно, что если вы скромные, вы не будете надевать какие-то яркие цвета, очень сильно самовыражаться, какой-то яркий макияж использовать. Это не ваше. А вот если, например, для какой-то там події, не знаю, для фотосессии, вот такая, ну, вот вся скромненькая, все там, да, вот такая девчонка, например, такой образ, а потом она бах и решила, хочу червоні губи, там, мокрий эффект волосся, какой-то шкіряний плащ. Чи буде це доречно, чи можна робити ось такі, як виклики? Да, можно подавать это как эксперимент, все очень просто. Ага. Подаете это как эксперимент. Опять же, если вы 80-85% своей жизни проживаете в определенном образе, то никто не заметит, в принципе, разницу в 15%. И очень хорошо, если у вас будут эти 15%. Потому что вот эта вилка 80% одного образа вам нужна для того, чтобы люди привыкли к вам. Когда они к вам привыкают, вам проще их удивлять. Вот таким образом, о котором ты сейчас говоришь, ты их удивишь. Угу. Соответственно, фишка в том, чтобы быть популярным, это в том, чтобы удивлять людей. Как, посмотрите, шоу-бизнес работает. Они постоянно что-то придумывают, какие-то хайповые истории, постоянно пытаются удивить, выделиться и визуально, и создают определенные коллекции с дизайнерами. То есть там идет постоянно робота. Так сказати, роблять якісь тренди? Да, да, конечно. Ну, они трендмейкеры, я их так называю. Вот люди, которые задают тренды, и люди, которые на постоянной основе диктуют определенные правила. Окей, у нас тут на перерві був такий момент, що ми поговорили трішечки про наш імідж як ведучих. Да. Чи можемо зараз теж розкласти по полицях, наприклад, додати щось йому, додати щось мені, прибрати щось від мене, прибрати щось від нього? От пропрацювати над чим нам? Ой. Ну, такий інтерактивчик. Прибирайте. У вас був дуже цікавий образ до цього, так як я знайома з предыдущим ведущим, коли ти виступала в ролі молодшої сестри. Ага. А тепер у тебе как бы повышение. Я тебе вітаю. Вас підвищено. Тепер ти старша. І в віці також. Ні, не в віці, будь ласка. Вот. И получается, что ты играешь сейчас образ старшей сестры, более такой структурной, сдержанной. Ты вот, уже постарела, вправду. Нет, на контрасте с Олесем получается так, что ты теперь более структурная. Если взять твоего предыдущего ведущего, то получалось так, что вот, ты более легкая была в этих случаях. Вот. Более романтичная. Вот, вот так. Да, вот так. Я хочу быть далее романтичной. Ты романтичная сейчас, но просто акцент. Я зрозуміла. Переставляється. Романтики перейшов на мене. Звісно. Тут вже в коментарях дівчата пишуть. А ти дуже романтичний, ти дуже такий простий. Потому что в звучании, когда ты говорил в эфире, так, мы же грошики втрачаем. В каких-то таких фразах показывается твоя простота, твоя искренность, твоя открытость. И это подкупает. То есть, по сути, у вас идет определенный образ, где ты отвечаешь за своего младшего брата, чтобы он ничего не накосячил. Потому что его задача исследовать. Он исследователь сейчас. А ты уже там поисследовала и делаешь вид, что ты как бы уже мудрая такая. Как бы. Мудрая жинка. Да, да. Мудрая, но при этом ты остаешься легкой, красивой, женственной. Фух, что касается образа, ну то есть он и так у тебя простой, но мне не хватает какой-то детали. Например?
Возможно, какой-то шляпки, возможно, какого-то кепки, ну что-то вот такого простого, босячего такого хочется. Я дуже люблю яскраві саме шапки. Вот, я обожнюю. Вот, у мене вот. Все, весь одяг, він іде яскравий. Джинси, ну, звичайно, вони стандартні, там сині, але якщо брати вже колір, Ангеліна позавчора, каже, не вчора ти мені сказала, де бірюзове, де пропало? Ну, вже асоціація. Да, якщо шапки у мене там, наприклад, помаранчеві там, або яскраво-жовті, такі кислотні-кислотні. Якщо брати курточки, вони також не чорного кольору і не синього кольору. Так, да, от ти от такий балбес образ такий, знаєш. От такий легкий. А так гарно починали, все розумієте. Ні, я тому що говорю, що легкий парень, который изучает, экспериментирует, ему все интересно, он всегда за любой движ, он всегда попробует. Соответственно, это ребята, которые выбирают яркие цвета, там шляпки, кепки, что-то вот такое для самовыражения, для того, чтобы меня заметили. Вот это про тебя. Ангелина уже перешла в чуть-чуть более такой серьезный статус. Не потребно она, меня помечать, правильно? Она более серьезная, значит, юбочку подлиннее, платьечко тоже подлиннее. Да, сегодня подлиннее. Да. Я сегодня вырешила этот удивлять, платьечко покороче. Да, то есть обычно, если проследить твой образ, то ты предпочитаешь вот такие спокойные вещи, сдержанные, закрытые. Вот. А тебе я бы доработала, я бы что-то такое интересное, какую-то деталь, с которой ты ассоциируешься, очки, возможно, часы, все что угодно, все что мужское. Годинник є. Давайте далі. Давайте щось придумаємо. Он стандартный, то есть он стандартный, он не выделяется. Понимаешь? Моя будет такие, знаешь, ты не ассоциируешь. Вот смотри, когда я была у вас когда-то в прошлом эфире, у меня всегда был жемчуг. Я была в белом костюме, но у меня всегда был жемчуг. Смотри, также черный костюм, но при этом у меня всегда он присутствует на шее. И все ассоциируют меня именно с этой деталью. И плюс укладка. Разница только там черный цвет и белый цвет. Они как бы в одной палитре, они рядышком, все отлично. У людей есть простой, классический, сдержанный стиль. Понимаешь? Но при этом это поддерживается деталью, которая всегда на мне. Аналогично. У тебя должна быть тоже какая-то деталь. Ты можешь... О, классно! А наушники. Наушники повесить вот такие, знаете, круглые. Ага. Во всех американских фильмах вот эти чуваки выходят с такими наушниками большими, радуются. Или с колонкой вот тут держат. Я буду казати, а зараз ми переходимо на музичну паузу. І да, да, це дуже прикольно і корисно. Так, ну я пропоную, щоб ми тоді зараз не відтягували, пішли шукати. Я ще одну скажу деталь, з чим я асоціююся. Це якраз про словесне. Як це називається, коли словесне? Аудіал сприймаю. Аудіал. Всі мене асоціюють з якимись такими плоскими жартами, які спочатку типу що, а потім сміються. Стиль ось. Кордона. Дмитрий? Та, вже Олексій. Олексій Гордон. То я ще не був Олексій. Олег, тепер я Дмитро, завтра я буду Олешка. Ні, Олешка був. Так, але Олегом ти вже був, щось придумаємо ще. Так, цікава досить була розмова про те, як створити свій імідж, що потрібно, на що потрібно звертати увагу, як подивитися, підібрати собі одяг якийсь правильний. Якісь аксесуари, з чим ми асоціюємося. Сьогодні ми поговорили про це.